Привет, дорогие друзья! Ну, давайте пойдем с вами сегодня прогуляемся. Вы знаете, девочки, тема войны – это больная тема, потому что она ударила по нашей жизни, конкретно по моей. Так, Кирюша, сейчас подождите, это я из-под забора достаю Кирюшину шлеечку. Да, так вот, я когда смотрю на трамвай, ну, кто меня давно смотрит, вы знаете, что перед самой войной я лежала в больнице с ковидом, и, ой, боже мой, луна, боже мой, как я рада, какая прелесть, да, лежала в больнице с ковидом и постоянно появлялись какие-то сообщения о том, что соседнее недогосударство хочет на нас напасть. Я не верила в это. Я даже мысли такой не допускала. Вот. Но это случилось. Но это случилось чуть позже. А когда я лежала в больнице, девочки, мне сон приснился. Ну, такой, знаете ли, тревожный сон такой приснился. Трамвай, красный трамвайчик, где-то на краю города, ну, почти за городом. Ой, какая большая собака там, немецкая овчарка, наверное. Пошли, Кирюша, ты маушка. Маушка. Да, да, ой, боже мой, собака, там собака такая огромная, одним... Как это? За один раз перещелкнет тебя. Куда ты, малышечка? Вот. И мне приснился тревожный сон. В этом сне был красный трамвай. Где-то, знаете, вот как лесопосадка слегка за городом. Ну, хорошо, за городом лесопосадка, трамвай и танк. Танк, который грозит... Чем грозит? Войной грозит. Снарядами грозит. Такой сон мне приснился. И потом случилось то, чего я никак не ожидала. 24-го. Да, я миллион раз рассказывала. И не понимаю, как? Ну как? Как те, которые поддерживают вот это все преступление... Ну как они могут это поддерживать? Как? Отрицать то, что происходит, отрицать с точностью наоборот, говорить о происходящем, ну, не знаю, это ужасно. Ладно, все, все, моя луна. Да, трамвайчики, трамвайчики. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Кирюша, Кирунок. Ах, какая красота. Руки мерзнут. Наверное, все-таки от нуля идет к минусу, потому что пальцы очень мерзнут. Кирюша, куда ты меня ведешь? Кирилл. Еще закрыто.
Еще рано, только 8 часов утра. Вы узнали, это то кафе, которое мне нравится. Я просто мимо прохожу. А я, друзья, возвращаюсь сейчас домой. Ну, я вам сказала, да, это раннее утро, я ходила по делам. Возвращаюсь домой и мысленно, так сказать, с умным человеком разговариваю. С кем с умным человеком? Да сама с собой, да, как говорится. Вот. И у меня такое было предложение по-польски. Всегда закрываю. И вот я думаю, завжди. Ну, вроде, я помню, завжди всегда, по-украински завжди, по-польски вроде завжди. Но иду и сомневаюсь, завжди или не завжди. И что вы думаете? Вот, пожалуйста, тут поворачиваю голову налево, и вот, пожалуйста, вам завжди. Вот, пожалуйста, завжди. Вот так вот иду, и прям подсказки, ну мистика, ну ей-богу, вот прямо мистика. Я шла и думала, завжди или как правильно, и тут вот прям сразу поворачиваю голову налево. Ну просто я имею привычку рассматривать витрины, вы это уже поняли. И тут, пожалуйста, завжди. Ну мистика, ну просто мистика, как говорил этот... Да. Борис, о господи, ще, Борис ще, ну, в общем, неважно, в фильме «День Святого Валентина». Он там постоянно произносит эту фразу, ну, мистика, ну, просто мистика. Вот такая погода у нас, пасмурная, периодически снегопады, несмотря на то, что температура плюсовая. Вот все-таки снег. Ну, снег красиво смотрится. Вчера вообще целый день такой снегопад. Но, как видите, от снега ничего не остается. Щербаков. Борис Щербаков. Ну и ваша покорная слуга, ой, отражается в окне. Мои шароварчики любимые, обожаю. Они такие свободные. В общем, они, наверное, на 4 размера больше, чем я. Я их просто обожаю. Мне в них так комфортно. Вот. Сумочка моя любимая, тоже кожаная. Я вам рассказывала, я ее купила осенью. И я тепло одета, да, у меня на мне шубка натуральная. Ну, тепло одета, потому что довольно прохладно. Не хочется мерзнуть, вот не хочется. Хочется чувствовать себя уютно, как я себя сейчас и чувствую. Ну, пойдемте. Ну, а теперь вот такая тема. И смотрите, какой красивый наборчик. Вот подвесочка золотистая на зеленых бусиках. Вот я люблю такое. Вот я люблю зеленое украшение. Наверное, это бижутерия. Да, бижутерия. Это написано сверху. Красивая бижутерия. Ой, какая брошь, я вам сейчас покажу. Такая брошь красивая. Их браслетик красивый. Зеленые стеклышки, вы видите? А вон бабочка. Бабочка зеленая, тоже зеленые стеклышки. И стрекозка с розовыми стеклышками. Красивая бижутерия. Thank you.
рано еще. Но город просыпается очень рано, потому что у них рано начинается рабочий день. Друзья, снег опять пошел. Так красиво сыпет и сыпет. Вот такой снегопад.